Здравствуйте, мои прекрасные зрители, приветствую вас на своем канале. Под последним видео о том, как можно побороть свой потребительский голод, мне был оставлен очень интересный комментарий. Я даже чуть-чуть его выписала, чтобы процитировать, но вы увидите его целиком и сможете прочитать. И, в общем-то, два основных момента было в этом комментарии, который звучал так, да, что можно купить, но не понравилось, ты это выбросила, а все остальные закидоны, то есть не купить, пойти без денег, я так поняла, вот именно эти закидоны, это все от какой-то бедности в прошлом, либо от какой-то бедности здесь и сейчас в настоящем. Дорогая зрительница, которая оставила этот комментарий, я вам сердечно признательна, потому что ваш комментарий попал ко мне в Инстаграм, стал также идеей для этого ролика, потому что вот такая позиция, лучше не скажешь. Вот я человек, насколько любящий формировать точно какие-то мысли, я бы, наверное, более точно не сформировала вот позицию потребления, прежде всего, потому что позиция потребления, бездумного, возможно, потребления, неосознанного потребления, это то, что сейчас мне не близко. Соответственно, раз я не могу это прочувствовать, то и сформировать очень четко подобную позицию мне было бы сложно. На самом деле, сердечное спасибо за то, что мы имеем возможность, благодаря вашему комментарию, обсудить ваш же комментарий, вашу позицию. Дорогие зрительницы, здесь я вижу, и зрители тоже, если вы вдруг попали на мой канал, у меня в основном все-таки женский канал, здесь я вижу очень четко, как человек, который был в гонке потребления, я считаю, что гонка потребления всегда происходит по замкнутому кругу, просто потому что мы стараемся разогнаться, стараемся ускориться, возможно, стараемся обогнать нашу подружку, которая купила себе новую сумку, нашу сестру, которая обставила свою квартиру новой мебелью и так далее, нам хочется так же, нам хочется больше, нам хочется лучше, но эта гонка всегда по замкнутому кругу, потому что мы никогда не обгоним того, кто купит больше, кто купит дороже, кто купит больше, дороже и чаще будет покупать, соответственно, всегда будет человек, который, что называется, выигрывает эту гонку, но перед ним всегда будет оказываться другой потребитель, который эту гонку, опять же выигрывает здесь и сейчас, и на данный момент он является, что называется, впереди всех бегущих по замкнутому кругу. И, соответственно, вот эта позиция, что да, ты купила, тебе не понравилось, ты выбросила, это, в общем-то, стандартная позиция, которая сама по себе, в общем-то, и неплоха, потому что действительно мы покупаем вещи для того, чтобы радоваться этим вещам, для того, чтобы радоваться даже просто обладанию этими вещами. Мы все знаем, есть коллекции картин, мы ведь никого не осуждаем, я имею в виду мы, минималисты, мы ведь не осуждаем людей за то, что они инвестируют огромные средства в том, чтобы обладать картинами, возможно, смысл которых, красота которых нам непонятна. Мы вот недавно с мужем ходили на выставку, и могу сказать, что я на самом деле вышла с пониманием того, что, в общем-то, вот это искусство, по крайней мере, вот этот временной отрезок, импрессионизм, а также очень многие направления, скажем так, которые были в 19-м, а также в 20-м веке, эти направления в искусстве мне совершенно в живописи непонятны. Я не могу оценить ни красоты, ни эстетики, ни почему были признаны эти авторы этих произведений действительно гениальными. Вот просто, наверное, я могу послушать миллион экскурсий, много часов экскурсий, но я не пойму. Но, тем не менее, я не отрицаю того простого факта, я думаю, что очень многие из моих зрителей также, что да, мы признаем за очень многими коллекционерами их право коллекционировать вещи, совершенно это не осуждая. И мы очень часто переносим эту проекцию на свое потребление. Почему бы мне не являться обладателем 5 сумок определенного цвета и определенного бренда и, соответственно, позиционировать себя коллекционером? Почему, как коллекционера? Почему бы мне не являться обладательницей, не знаю, 2 миксеров на кухне, потому что, ну вот один мне подошел, другой не очень, я 2 купила. И вот во всем этом от нас очень часто ускользает тот простой факт, что за нашим потреблением всегда стоит наш заработок, либо заработок человека, который обеспечивает нам это потребление. И я скоро запишу видео, я очень долго к нему готовлюсь, эмоционально и морально, где я скажу, что, опять же, женщина, она является, скажем так, основной целью маркетологов, а также рекламы, потому что мы потребляем по всем фронтам, за нас самих, за наше здоровье, за здоровье наших детей, чтобы наши дети были счастливы, чтобы они были хорошо одеты. Очень часто муж сюда также попадает в этот список, чтобы муж был хорошо одет, чтобы муж был хорошо накормлен. Мы, на самом деле, по всем фронтам потребители, чтобы дом у нас был уютным, чтобы елочка, возможно, каждый год была наряжена разными игрушечками и так далее, и так далее. Как любая среднестатистическая семья, итальянская и, наверное, даже русская, мы сейчас в период новогодних каникул могли бы оказаться где-нибудь в отеле. Классном, либо менее классном, насколько бы денег хватило, но в такой бы отель, наверное, и поехали. Я рассказывала, по каким причинам мы отказались от этой идеи. Я вам расскажу, как мы провели первый день своих каникул.
Вкратце, конечно, потому что видео не этому посвящено. Во-первых, мы встали все поздно, нам не нужно было никуда торопиться. Не нужно было торопиться в школу, в детский сад, и не нужно было торопиться на завтрак в отеле, который, как правило, заканчивается в 10 часов. Когда мы все встали, мы решили, что сегодня мы все впятером пробежимся, потому что классная погода. Мы не планировали пробежку, потому что накануне были дожди. Мы оделись и пробежались. Когда мы вернулись, мы все переоделись, и примерно в 12 часов мы наконец-то позавтракали. И я могу сказать, что это дало мне ощущение вот такой свободы, выбора, как мне проводить свое время, при том, что со мной были все трое моих детей, двое из которых достаточно малы. Я вам передать не могу, как хорошо и классно я именно отдохнула морально, эмоционально в сегодняшний день, хотя, повторюсь, мы провели время так, как очень многие сказали бы, ну, наверное, проводить с детьми не стоит, потому что детей развивает мир, а то, что мы показываем их, им мир и так далее, и так далее. Потребление забирают у нас не просто наше время, которое, да, мы тратим на заработок этих денег, которые в итоге мы тратим, потому что платим ту или иную цену за ту или иную вещь, либо за ту или иную услугу, как в нашем случае был бы отдых с детьми, зимний отдых с детьми. Нет, очень часто у нас, как песок сквозь пальцы, на самом деле ускользает сама жизнь, потому что мы тратим ее на заработок. А заработок всегда приносит нам все-таки некий стресс и некоторое расстройство. Либо, если нам повезло найти работу, которая нас 100% радует и 100% удовлетворяет здесь и сейчас, все-таки эта работа, которая приносит нам определенные деньги, она забирает у нас и определенное количество нашего свободного времени, которое мы инвестируем. Поэтому потребление в том виде, в котором оно имеет место сейчас, это достаточно серьезная проблема для современного человека, потому что, по сути, она забирает у него саму жизнь. Саму жизнь и ту возможность жить ее таким образом, проживать ее таким образом и проводить свое время изо дня в день, изо дня в день таким образом, как ему бы хотелось. У современного человека на самом деле утрачено понимание того, как он хочет видеть свой день. Элементарный день. Если вы спросите, наверное, среднестатистического человека, который зашел в торговый центр, выходит с большим количеством пакетов и выходит с большим количеством пакетов из супермаркета, я думаю, что этому человеку очень трудно будет ответить на вопрос, а каким ты видишь свой идеальный день, вот как ты его себе представляешь, потому что у этого человека, скорее всего, нет даже возможности и времени задуматься о том, каким он видит свой идеальный день, каким он видит, ладно уж, свои идеальные несколько часов, допустим, с утра, либо вечером. Ну и последний момент, все эти закидоны от бедности в прошлом, либо от бедности здесь и сейчас. Могу сказать, дорогие зрители моего русскоязычного канала, что тема бедности имеет некий постыдный контекст именно здесь, на русскоязычном YouTube. Мне кажется, в любой стране сказать «я не могу позволить себе это купить» – это нормально, это не постыдно, это вообще никак, это просто констатация того, что здесь и сейчас ты пока не заработал вот на это. Возможно, ты никогда не заработаешь просто потому, что никогда тебе не удастся этого сделать, а возможно, ты никогда не заработаешь, потому что ты никогда не захочешь этого сделать. Вообще здесь в Европе совершенно другой подход к выбору профессии. Здесь есть совершенно четкая связь между мерой ответственности твоей будущей профессии. Допустим, ты хочешь быть адвокатом, либо ты хочешь быть доктором, хирургом. И понимание того, как будет твоя жизнь хотя бы в те ближайшие года, когда ты будешь получать образование для этой профессии. Да, ты будешь зарабатывать, но ты сначала будешь очень долго учиться, а потом ты будешь очень стрессово работать. И я смотрю на людей, которые делают, что называется, мануальный труд здесь, в Италии. Они на самом деле прекрасно живут. У них очень маленький доход, действительно маленький для Европы доход. Но это люди, которые, я показывала как-то в одном из своих видео, винный бар у нас здесь под домом прямо находится. Это люди, которые пропускают по бокалу просекко в обеденный перерыв. Я думаю, что даже миллионеры не могут себе позволить такой роскоши, большинство миллионеров на этой планете, как пропустить бокал просекко в середине рабочего дня. А они, тем не менее, зарабатывая не очень много, живут при этом достаточно нестрессовой жизнью. Поработали, расслабились, после обеда снова поработали. Поэтому зачастую бедность, о которой говорится в рамках роликов, не только моих, точнее в рамках комментариев, не только под моими видео о минимализме, а также под видео у других блогеров, также в комментариях очень часто я слышу и читаю отзывы некоторых зрителей, да весь этот минимализм от бедности, от того, что люди не могут себе позволить, и таким образом оправдывают и так далее, и так далее.
Могу сказать, что это, в общем-то, не имеет никакого отношения к размерам твоего потребления в рамках твоего бюджета. Потому что если ты зарабатываешь 1000 евро и тратишь 900 евро, то это 90% твоих трат, которые ты пускаешь на твое потребление. Если ты зарабатываешь 100 тысяч евро и тратишь 90 тысяч евро на машины, на отдых, на еду и так далее, то это тоже 90% твоих трат. И там, и здесь определенный доход, который тратится в процентуальном соотношении, и там, и здесь определенные усилия, которые затрачиваются на получение того или иного дохода. Поэтому совершенно точно, на мой взгляд, нельзя связывать в том контексте, в котором идет речь о минимализме, о непотреблении и так далее, с маленьким доходом, либо с большим доходом. Потому что на самом деле позиция осознанного потребления, позиция осознанных покупок и позиция осознанного пользования теми или иными услугами, либо отказа от них, она проистекает уж точно не из понятия твоего дохода, а из понятия твоей готовности инвестировать твое собственное время, умение и твое собственное желание сталкиваться вот с такой долей стресса, либо вот с такой долей стресса за эти деньги, которые ты потом пускаешь на свое собственное потребление, на приобретение вещей, которые, ну, возможно, не понравились, ты выбросила, подарила и живешь дальше себе спокойно. На этом с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего настроения, хорошего дня. Это была Яна Скворцова. Увидимся очень скоро. Всем пока-пока.